Минувшее воскресенье в уральских районах прошла экологическая акция в рамках Всеказахстанского дня посадки леса. Саженцы сосны, а также тополя высадили по проспекту Абая и в других частях областного центра. В мероприятии принял участие аким области Нариман Турегалиев. Нужно отметить, что месячник санавчистки продолжается. Его цель не только озеленение, но также наведение порядка и чистоты в городе и селах. Апрель объявлен в области санитарно-экологическим месяцем. В первые две недели были проведены работы по уборке и вывозу мусора. Сейчас началась посадка разных деревьев. Это ивы, сосны, липы и другие. На сегодняшний день в Уральске высажено уже порядка 2000 саженцев. Такие акции проводят каждые выходные. В них принимают участие жители города. Свой вклад вносят и госслужащие. В настоящее время на территории города посажены более 1200 зеленых насаждений. Сейчас на этой неделе планируется посадка именно на этом участке по проспекту Абая. Посадка 65 штук елей. Соответственно, на второй точке, точно так же по проспекту Абая, район 8 школы, планируется посадка 66 штук елей. Кроме того, есть еще третий участок, это по улице Джамбула. Там планируется посадка 130 штук сосны и липы. У деревьев тоже есть срок жизни. Некоторые из них уже старые и сухие, поэтому небезопасны для окружающих. Их коммунальщики спиливают и сажают другие. Жители города дают положительную оценку такой работе. Как наши предки говорили, лучше пусть после тебя останется не скот, а лес. Старые деревья убираем, сажаем новые. Все это делается для чистоты нашего города, для здоровья жителей. Надеюсь, что это благое дело найдет свое продолжение в дальнейшем. Также в планах властей построить новые скверы для отдыха горожан, где тоже будет вестись работа по озеленению. По словам главы области, очень важно не просто высадить деревья, но и ухаживать за ними. В местах, где мы сажаем в большом объеме деревья, например, на перекрестке в сторону Подстепного, в феврале посадили. Там сейчас нужно забить колодец, чтобы можно было своевременно поливать. Чем без конца возить воду на спецтехнике, лучше пусть будет колодец и назначим ответственного человека. На таких больших участках должны быть колодцы, чтобы был организованный полив. В городе, где сажаем на небольших участках, будем поливать с помощью спецтехники. Все это будет на контроле. За один день в городе было высажено несколько сотен новых саженцев. К концу месяца их число должно достигнуть 2500. Посадка деревьев также проводилась в Деркуле, Зачаганске, Круглоозерном и Желаево. Уход за зелеными насаждениями будет осуществлять ТО «ЖЭИК Тазакала». Олег Великий, Юрий Серов, Саид Самигула, телеканал «АКЖЭИК».